Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью, и сегодня мы говорим с депутатом Запорожского городского совета Натальей Деркач. Деркач Наталья Николаевна родилась в 1956 году на Сахалине, уже 35 лет живет и работает в Запорожье. Образование высшее, закончила Саратовский политехнический институт по специальности инженер-технолог. Вся трудовая биография связана с Запорожским автомобилестроительным заводом. Член партии бюро областной организации Коммунистической партии Украины, депутат городского совета 4, 5 и 6 созывов, фракция Компартии Украины. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте. Вы являетесь депутатом городского совета уже не первый созыв. Опыт подсказывает, что что-то изменилось или работа налажена? Ну, я вам хочу сказать, вот в 6-м созыве, когда уже пошли жесткие выборы по политическим партиям, по политическим спискам, такого вот единения и такого вот направления доброжелательности между депутатским корпусом, да и чего греха таить, и городского руководства я, конечно, не увидела. Но я вам хочу сказать, что с приходом сейчас в городской совет Тарана Романа Олеговича ситуация намного изменилась. Это системный человек. Он поднял уровень престижа, авторитета депутата на должный уровень. Он сегодня составил программу встреч с депутатскими фракциями. Он сегодня открыл сайт по возможности депутату на сайте свои отчеты опубликовать, свои какие-то проекты. Поэтому я думаю, что если так пойдет, то работа будет в нормальном позитивном русле и будет нормальный результат. А какой район вы курируете как депутат? Да. И с какими обращениями люди к вам приходят? То есть какие ориентиры перед вами как депутатом ставят? Ну, я курирую официально Коммунарский район в нашем городе Запорожье. Но если люди обращаются ко мне с других районов города, конечно, я их и слушаю, и принимаю участие в решении их каких-то или вопросов, или жалоб, обращений. Я принимаю в последнее воскресенье месяца, каждое последнее воскресенье месяца с 14.00 по адресу Парамонова, 4. Люди обращаются ко мне, конечно, с разными вопросами, ну, как и к любому депутату. Это вопросы о катастрофическом состоянии нашего жилого фонда, это вопросы об ужасающем состоянии наших внутриквартальных дорог. Ну и что очень болезненно я воспринимаю, когда люди обращаются о невозможности устроить ребенка в детский садик, дошкольное учреждение. Особенно, когда это одинокая мама, и ей просто необходимо выходить после 3 лет на работу для того, чтобы добывать средства для поддержания и обеспечения своей семьи. Но я вам хочу сказать, что вот в 2012 году ко мне было сделано очень много обращений, и были сделаны на все обязательно депутатские запросы. И вот по вот этому жилому фонду, по течам крыш, по ремонтам подъездам, мной было сделано 14 запросов депутатских в КП «Основания», в ПРЭЖе еще тогда, из которых только на 4 было получены положительные ответы. Все остальные вопросы по ремонту жилого фонда переносились на 2013 год. К слову сказать, что эти все вопросы, с которыми жители ко мне обращались, они уже были в предыдущие годы озвучены и в ЖЭКах, и в ПРЭЖа, и они также заносились в программы ремонта, но вопросы так и не решались. Вот этого, я считаю, не должно быть. Поэтому люди сегодня просят, чтобы тарифы были прозрачные, чтобы планы, в которые заносятся ремонты этих домов, дорог, подъездов, сантехнических развязок, обязательно были на сайтах вывешены конкретно, какой дом, какая улица, какая квартира, чтобы человек мог увидеть, профинансирована эта программа. А если профинансирована, выполнена она ли эта программа, насколько качественно она выполнена. Кроме этого, конечно, люди обращаются сегодня и по общежитиям.
принята программа перевода общежитий в коммунальную собственность. Но это тех общежитий, от которых предприятия или собственники хотят избавиться. Есть такие общежития, от которых собственники, к сожалению, не хотят избавляться и продавать, и передавать в коммунальную собственность. И много таких общежитий, которые раньше были закреплены за предприятиями. Вот сейчас обращаются люди, что прожили по 10, 20, 30 лет в общежитии и не имеют права на это жилье, не могут приватизировать это жилье. Если ты увольняешься с предприятия, тебя начинают выселять из общежития. Вот недопустимая ситуация. Коль у нас уже создалась такая ситуация, что мы не можем людям предоставить жилье, как это было раньше, дайте возможность приватизировать им свои комнаты в общежитии. Тем более они платят баснословные коммунальные услуги. Там совершенно другой тариф. Поэтому я хочу сказать, что люди обращаются, идут, и последней надеждой, конечно, инстанции является депутат городского совета. Вы еще работаете в постоянной депутатской комиссии по вопросам жизнеобеспечения города. Как находите взаимопонимание с коллегами-депутатами из других фракций? Работа эта кропотливая. Каждого человека надо выслушать. Каждому надо уделить внимание. Если вопрос такой, что требует выезда на место, значит, комиссия делает выездное заседание и приезжает на место и разбирается с этим вопросом. На каждый такой вопрос, на каждую жалобу, просьбу комиссия обязательно реагирует. Разбирается, делает запросы по направлениям в городское управление и дает ответ этому человеку. За это время мы рассмотрели и встретились по очень многим направлениям. Большая работа была проделана комиссией по составлению типовых договоров между жителем города и жилищно-коммунальным хозяйством. Потому что наше коммунальное жилищное хозяйство составило такие договора, что они не улучшали или были приоритетные их возможности, но не человека. То есть они шли вразрез с законами Украины о ЖКХ. Нами был подан запрос по защите прав потребителя в Запорожской области, который действительно сказал, что договора наш департамент ЖКХ должен переделать, и должны быть учтены и мнения, и пожелания наших граждан, чтобы они, эти договора, не ухудшали жизнедеятельность наших людей. Очень много времени уделяли по тарифам на теплоснабжение. Вот вы помните, когда был двухставочный тариф, начинали искать, в чем там собака зарыта, почему тариф непрозрачный, почему там цена за гигакалорию увеличивается вместо той цены, которую ставит Национальная комиссия по регулированию цен. И тоже, в принципе, с подачи нашей комиссии было внесено решение на сессию городского совета, чтобы решение исполкома было отменено. Очень большой проблемой являлись вот эти наши остановочные комплексы в связи с отсутствием туалетов. Не было табличек расписания движения маршрутов городского транспорта. Поэтому тоже разговаривали с начальником управления транспорта и связи. Тоже писали письма. Работа выполнена. Сдвинулась эта проблема с мертвой точки. Ну, я вам хочу сказать, работа у комиссии очень ответственная и важная, и рассматриваются разные вопросы. Проблема была и по микрорайону, она еще пока и остается, по микрорайону Южный. В летнее, в жаркое время года, вы знаете, там этот наш микрорайон на песках выстроен. Очень мало зеленых насаждений, поэтому каждое посаженное деревце, каждый посаженный кустик надо сберечь. А в связи с отсутствием технической воды для полива этих растений, это становится невозможным. Поэтому тоже было направлено письмо, обращение в наше финансовое управление политики, управление финансовой политики, для того, чтобы были заложены деньги на проектирование и прокладку трубопровода на микрорайоне Южный для вот полива
зеленых насаждений. Рассматриваются вопросы и по освещению, и по канализации. Поэтому, слава Богу, что найдено в комиссии взаимопонимание. Конечно, полемика ведется, ведутся дискуссии. Каждый высказывает свою точку зрения. Но все равно приходим, как говорят, к консенсусу и двигаемся дальше. Фракция Коммунистической партии в городском совете, наверное, наибольшие свои усилия бросает на решение вопросов именно жилищно-коммунальной сферы. Что за это время уже сделано для запорожцев? И какие планы вот на ближайшее будущее? То есть что необходимо в первую очередь сделать для запорожцев? Компартия, правильно вы сказали, что решает в том числе и жилищно-коммунальные вопросы. И коммунальную ревизию. Провели коммунальную ревизию, и будем проводить и дальше. Да, в рамках проекта «Контроль, порядок, справедливость». Вот сейчас очень много людей обратилось о беззаконии некоторых чиновников в этом вопросе. Вот. С подачи тоже фракции коммунистов мы ушли от двухставочного тарифа, не дали возможность повысить цены на холодную воду и водоотведение. Пошел резонанс о том, что нельзя этого делать, учитывая то, что и Днепр у нас, и вода у нас, и кредиты взяли для того, чтобы улучшить воду. Получилось, что давайте еще повысим цену, тарифы на эту нашу воду. Вот есть такое хорошее решение исполкома 139, где говорится, чтобы обязательно в конце года, по истечению года, департамент ЖКХ отчитывался перед жителями дома в виде вывешивания отчетов на подъезд каждого дома, сколько истрачено денег на обслуживание дома, на какие виды работы. Вначале эта работа делалась, но потом она так тихонечко-тихонечко снивелировала, и в настоящее время этого не делается. Поэтому мы обратились к мэру, я лично на сессию городского совета, на последние, чтобы эту работу обязательно наш департамент ЖКХ возобновил. Дальше было в этом же решение исполкома назначить ответственных по дому. Александр Чинсанович Син неоднократно поднимал этот, кстати, вопрос о том, что должно быть разработано положение об ответственных по дому. Мы, фракция коммунистов, разработали сейчас этот проект положения об ответственных или старших по дому. И собираемся его сейчас тоже разместить и в средствах массовой информации, и раздать по комиссиям городского совета для обсуждения с дальнейшим принятием этого положения на сессии городского совета. Мы поддерживаем и решаем вопросы не только жилищно-коммунального хозяйства. У нас, конечно же, как у коммунистической партии, как у фракции коммунистов, очень большой спектр вопросов, которые мы выносим и на сессию, и на обсуждение по социальным проблемам и вопросам. Именно коммунисты были инициаторами того, чтобы выделялись материальная помощь в количестве 500 гривен, как и воинам ОНУПА на Западной Украине, для наших тоже воинов-освободителей, инвалидов Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, депутатский корпус нас в этом вопросе не поддержал. Поэтому пока вопрос остался нерешенным, но я думаю, что мы будем все равно добиваться, чтобы их становится с каждым годом все меньше и меньше, чтобы люди смогли получать дополнительную помощь материальную. Им это очень надо. Мы поднимаем вопросы о дискриминации русского языка. Мы поднимаем вопросы о том, что не должны издеваться над памятниками советской эпохи и от огромной угрозы, которая может прийти на Украину. Это фашизация общества наметила сейчас очень серьезная. Наталья Николаевна, реалии таковы, что на сегодняшний день любые инициативы депутатов очень поддерживаются, лоббируются крупным капиталом. Ваше отношение к такой тесной взаимосвязи и политики, и законотворчества, и бизнеса? Очень отрицательно отношусь вообще к любому роду лоббирования. Но лоббирование бывает разное. Оно не может устраивать всех одновременно. Если это лоббирование идет какого-то закона,
и на благо большинства работников этого предприятия, то такое лоббирование имеет путевку в жизни. Если чиновник, политик лоббирует какой-то закон, направленный на то, чтобы дать преференции этому предприятию, предприятие получает эти преференции, и доходы, которые получились в качестве преференции, идут на обогащение хозяина этого предприятия, то я считаю, что такое лоббирование не должно быть. А зачастую происходит именно так. Потому что сегодня доля заработной платы в себестоимости нашей продукции, ну, очень низкая. Социальные гарантии очень низкие. Поэтому в нашем городском совете, в нашей Верховной Раде, я считаю, не должно быть ни олигархов, ни бизнесовых структур, потому что эти люди, хотят ли они нет, они будут защищать лично свои интересы. Поэтому вот я вернусь к первому вопросу, что очень хорошо, когда раньше избирались люди от производства, от промышленных предприятий, по мажоритарке, и они высказывали свое убеждение и отстаивали свою точку зрения. Поэтому лоббирование хорошо там, когда оно идет на пользу большинства нашим гражданам. Наталья Николаевна, вы работник предприятия, очень крупного предприятия «АвтоЗАЗ». Как считаете, почему вот сегодня завод переживает настолько трудные дни? Ну, я действительно работаю в этом году, вот в августе месяце будет 35 лет, как я пришла на завод, не меняла ни работу на предприятии, не меняла ни своей должности практически, и всю жизнь отдала своему заводу. К слову сказать, что и вся моя семья, и дети, и муж работают тоже на заводе. Поэтому, конечно, я всегда гордилась своим предприятием, автомобильным заводом. Завод настолько преобразился и в техническом плане. Появились новые технологии, поднялась культура производства. Автомобиль сегодня выпускается очень хорошего качества. Автомобиль выпускается современный. Мощности у завода очень большие. И государство раньше заботилось о том, чтобы и завод работал, и люди работали, и сбыт, самое главное, был. Очереди были на наши автомобили. Сейчас мы зашли в такую ситуацию, что нет рынка сбыта. Разорванные отношения с Россией, который был основным источником покупки наших автомобилей. И завод в настоящее время, площадки все заставлены автомобилями, а реализации нет. И я хочу сказать, что сейчас опять наше государство усиленно идет в Евросоюз, где нас там, конечно же, не ждут. А наши рынки сбыта в странах СНГ и в так называемом таможенном союзе. Это и Казахстан, а в дальнейшем это и Евразийский союз. Покупательская способность сегодня украинца тоже очень низкая. Мы не можем рассчитывать, что за счет Украины мы сможем реализовать эти машины. Поэтому большая надежда сейчас вот на налог, который закон принят, на ввозимые автомобили. Большая надежда. Учитывая выступление нашего председателя правления Евдокименко Николая Михайловича, он все-таки обнадежил, что завод во втором полугодии будет работать. Может быть, не с такими мощностями, на которые он способен выдать на гора эту нашу продукцию. Но, тем не менее, я думаю, что не должна состояться ситуация, чтобы такой гигант автомобильный все-таки остановился. Будем надеяться, что все-таки будет оказана государственная помощь, и машины не только будут изготавливаться, будут реализовываться, а люди на нем будут работать. Наталья Николаевна, доступное жилье для молодежи современной, запорожцев молодых, это что-то такое понятие, мне кажется, из области фантастики. Очень дорого. Вот, и в этом году приняты программы, которые достаточно серьезно, вроде как на бумаге, поддерживают молодежь.
Эти программы хоть в какой-то степени помогут улучшить жилищные условия, ну, молодым семьям хотя бы? Доступное жилье – это появилась новая программа по поддержке молодых семей. Но я хотела бы вернуться чуть-чуть раньше. Была и есть она еще программа, существует кредитование молодежи по строительству жилья. И в нашем Запорожье есть один такой дом по улице Исторической, Алмазная, 25, где в настоящее время 17 семей молодых стали заложниками этой государственной программы. Государственная программа. Людям выделили долгосрочные кредиты. Они с 2008 года, получив эти кредиты, частично рассчитались со строителями, с банками, выплатили страховые все обязательства. Суммы составили выплат от 60 до 150 тысяч гривен. Молодежь вот выплатила. Дом до сих пор не построен. Дом до сих пор не введен в эксплуатацию. Даже нулевого цикла у него не сделано. Как на первом этаже остановилась стройка, так до сих пор и стоит. В чем проблема? Фонд кивает на городскую громаду, что не выделяются деньги на дальнейшее кредитование молодых семей. Громада, областной совет, городской совет кивает на фонд. Это государственная структура, пусть они там сами разбираются, пусть государство выделяет деньги. Так кто виноват? И получается, крайнего не найдешь. Это в той, как в той поговорке. Иван кивает на Петра и наоборот. Сейчас городской совет выделил 2 миллиона гривен. Но этих денег, ну, катастрофически недостаточно для того, чтобы достроить этот дом. Люди вынуждены идти на квартиры, оставаться у родителей. И причем, ну, получается, без денег. Они вложили деньги в государственную программу, не имеют ни жилья, ни денег. И крайнего не найдешь. Вот я думаю, приоритет для города Запорожья и Запорожской области должен стать вот этот дом. Потому что, ну, это из ряда вон выходящее событие. А мы говорим о программе опять «Доступное жилье». Но мы не рассчитались по кредитам еще вот с той программы. Давайте вот это сделаем, потом перейдем на программу «Доступное жилье». Я поэтому считаю, что вот это вот все, правильно вы сказали, из области фантастики. Потому что нет доверия сегодня даже государственной структуре. Ну, мне просто эти люди ко мне обращались в течение всех этих лет, и они сейчас остались один на один со своей проблемой. Проблема не решена, не решается, не знаю, когда она решится. Наталья Николаевна, я благодарю вас за эту встречу. Спасибо большое. Спасибо каналу НТМ, что пригласили. Я напоминаю, что вы смотрели программу «Актуальное интервью». И сегодня мы говорили с депутатом Запорожского городского совета Натальей Деркач. До свидания.